Я тебе скажу, травмировал. Так его кайфовали. Все, ну, то есть она сыночка, все будет. 3 недели, я ей говорю. Что связка ставит. Нагрузку давать нельзя. Да, значит, она ходит все через неделю. Смотри, физия просто. Через недели 3 я попробую, смотрю, уже договорился, получается. Я же вот еще, мне же говорили, ну отдохни, или ты будешь лучше. Вот так сел там как бы, не прошло и буквально там, не знаю, 5 минут. Ее воткнули, стоит, плачет. Ну и все равно, на Рабакан поехала, вот тут борется. А это уже не получится. Хотя я думаю, что где она такая? Я не видел, но все равно. То есть при нагрузках, которые мы хотели сделать, это не вырывали. Ну, не вырывали, а больно. Сейчас будет такое. Ну, Михаил, а что, если ты перелично доживаешь, то вот так вот. Если ты будешь 6 недели подорвать, то доживает свет. То есть, ну, организм нужно сюда походить. Ну, получается, как можно. Коленом суставе, там этих вариантов нет. Там это болтается крест волосатый. Ну все, там это движение, вообще понятно. Это если ты, если с безграничным правом. Вот так, за 2 недели вот так же. Если ты потом опять формируешь, то все там держишься. Без коленоскопа, да. Не обязательно здесь вообще. Можно же где-то побежать. What?
Чисто по правилам,